ОПЗ підтримує карантинні заходи в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. 17 березня відбулась нарада комісії з надзвичайних ситуацій. Колективним рішенням надзвичайної комісії на підприємстві запроваджені спеціальні заходи щодо медичного обслуговування та комбінату громадського харчування. Робота їдалень на території заводу з 18 березня тимчасово призупиняється, а в медцентрі на час карантину припиняється прийом пенсіонерів та родичів заводчан. В такому большому предприятии нужны определенные меры. Естественно, мы в первую очередь учитываем все то, что принимает решение Верховная Рада, правительство и так дальше. И это мы, естественно, учитываем в своих решениях. Но комиссия – это очень важная штука, потому что нам надо какие-то наши внутренние моменты применять. Ну, например, в стране нет масок, их сложно купить, мы организовали пошив масок у себя. Естественно, на всех местах, где встречаются люди, проходные, значит, центральные пульты управления и разные места, есть дезинфицирующие средства, и люди могут дезинфицировать руки. Значит, комиссия работает это постоянно. И эта комиссия работает постоянно, и мы будем вводить по необходимости разные другие меры, потому что ситуация очень необычная. Посилені міри безпеки торкнулись і автотранспортного цеху. З 17 березня проводиться щоденна дезінфекція салонів робочих автобусів. Таку процедуру проводять спеціалісти цеху обслуговування та озеленення територій. Автобуси виходять на рейс в звичайному режимі. При необходимости производственном автобусы добавляются. Это с помощью нашего партнера Севертранса. Обработка, согласно приказу, выданного на заводе, опять же, проходит после прибытия смены. Обработке подвергаются все автобусы. Автобусы большого класса, автобусы малого класса, которые находятся в подразделениях завода, которые осуществляют перевозку любого количества людей. Составлен график. Если даже по каким-то причинам в утренние часы не могут, командировка, выезд, срочные совещания в город, в 14:30 второй этап обработки транспорта, довольно быстро, буквально полминуты, минута на большой класс, 15 секунд, 30 на малый класс, в течение часа-полутора весь транспорт может быть обработан. В учбово-курсовому комбінаті ОПЗ також тимчасово припинені профільні курси. В цехах проводяться інструктажі, а на прохідних пунктах заводу охорона вже забезпечена особистими засобами захисту.